говорю, что идут операции еще в данный момент. Врачи работают, хоть и угрозы всему, но они как герои работают, ни на что не отвлекаясь. Сейчас на Первый канал снимают. Виталя, вот. Здорово, Коль. Какой? И операция уже кончается, уже все. А что за операция идет там? Большая операция, искусственное кровообращение. Больному производится оперативное лечение ишемической болезни сердца. Ее так, нельзя было прервать? Нельзя ее прервать было, пока ее не сделали. Сейчас сделали, больной уже в безопасности. Деваться некуда, человеку надо было спасти. Сделали все на высшем уровне, как говорится. Что за операция была? Операция аортокоронарного шунтирования с искусственного кровообращения выполнена полностью, без особенностей. Слушай, ну, по-моему... Чтобы не поступал дым в операционную, мы загерметизировались, двери были закрыты, влажные простыни были под двери подложены, и у нас атмосфера сохранялась относительно такая стабильная, без задымления.